Господа, рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас опять рыбалка. Озеро Большой Еланчик. Мы приехали в начале 10 и пытаемся поймать рыбу. Вот, засверлились, поставили палаточку, потому что на улице в принципе и не сильно холодно, но как-то так не очень зябко. Руки мерзнут без палатки. Поэтому сидим и ловим палаточку. Что из этого получится? Смотри. Есть. Есть на жопе сырсть. Так, что это у нас? О, живец. Одна. Иди нафиг. Есть. Сход, что ли? На. Что-то такое тяжеленькое было, как всегда. Мормышка мелкая. Мина. Есть. Есть. Что-то есть. Чебачок. О, покрупнее пошел. Клевки прекратились, мотыля нет.
Опа. Есть что-то. Что-то есть. Небольшой чебачок поклевывает. Потихоньку укрупняемся. Есть. Есть на жопе шерсть. Что-то поприличнее вроде бы. Сопротивляется, по крайней мере, нормальный.
Дай. Падла. Оторвал мотыля. Иди отсюда. Опа. Такая вот плотва. Плотва, чебак. Как хотите называйте. Рыба одна. Сошел собака. Арам-пам-пам. Есть рыбка. Большая мала. Идут подклевки, идут.
Че, дед, как успехи? А? Делать замучило. Меня тоже. Ты это прикормил? Ничего. Да, я возьму. Дай мне горсточку, я высыплю, да, я чебака ловлю, он здесь окуней ловит, я таких окуней отпускал. А что я их ловлю-то? Я, чтобы не мешать, я даже одного паука поймал. Кого? А я их потом выкину. Зачем они? Я их отпущу, они опять будут смывать. Да не будут. Они смываются. Вот такое вот озеро, большой еланчик. Вот такая вот рыбалочка. Вот такая прикормочка Delphi Winter Ready. Будем посмотреть на дальнейшие телодвижения. Ваня. Угу. Ваня. Да, дед. На 500 грамм охуя вытащил. Молодец. Да, правильно. Да, теперь пофиг. Ну да. Не. Ясно. Немножко поклевывает немножко, хотя глухозимье, но это ловим понемножку, штук с десяток то уже поймал. Чебак один, подлещик, так что все хорошо. Чебачок, конечно, меленький, но ничего. Все равно приятно. Время проходит с удовольствием. Так что я сегодня не на работе. Сегодня сбежал от всех, надоело все. Решил. Ну да.
Ну, молодец. Да это там все равно там. На самом деле, если видишь, сразу. Десяток-то уже поймал. Чебак один, подлещик. Так что все хорошо. Чебачок, конечно, миленький, но ничего. Все равно приятно. Время проходит. С удовольствием. Пока общался с сестрой. Вытащил подлещика. Тут кто-то еще один, чуть меньше. Подлецы пришли. Ну не лещ, но подлец. Тихо, ай! Чуть не сбежал. На самом деле, сколько рыбачу. Рыбачу я очень давно. Грубо говоря, я приехал сюда на Урал в 90-м году. И в период с 90-го по 22-й год, за 32 года, я первый раз ловлю. Нет, не первый раз. Я ловил леща, ну, ловил на платном водоеме. А на диком водоеме я ловлю, получается, подлещика первый раз. Акушарик. Еще один, чуть меньше. Подлецы пришли. Ну, не лещ, но подлец. А такая вот красота. Озеро Большой Еланчик. Народу на льду. Кошмар. Палатки, 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 палатки. Целый палаточный городок. Да, они идут по клевке одна за одной. Ну-ка, покажи нам трофейного. Ну, хороший окушок. Окушок-то хороший, так и подлещик чуть побольше. Ну, подлещик так же, как и у меня, грамм на 150. Да. У тебя один подлец? Да. Хороший, хороший. Ну и окунь хороший, окунь вообще отличный. Поклевки идут одна за одной, но мелочь, блин, не засекается нифига. Так, здесь что ли будет? Да, что? Ну давай.
На тебе. Во, аж удочка кивает нафиг. Подошел бы еще. Крупный. Такой бы, да. Подлещик хотя бы. В принципе, такой грамм по 150, и то уже едовой. Ну, я вот вытащил, я думаю, ни хрена. Не, я первого-то окуня. Ну, я слышал. Я тебя потом крикну. Ну, я с Лариской разговаривал в этот момент. Такого, таких бы окуней половить. Ум один, ну пускай не полкилограмма, но грамм 300-то есть. Хороший. Я самого большого 470 грамм вытаскивал. Больше не вытаскивал. А эта мелочевка, клев идет постоянный вообще. Кишки не затыкаются. Заткнуться на несколько минут и опять. А подсекешь, вытаскиваешь, там вот такая вот мелюзга. На окунь. Я смотрю, что-то цепануло. Я думал, тут лещик может большой. Он потихонечку поднимал. В нотях. Подлещик. Бросил. Чувак, как так мелкий, да? Мелкий, да. Парочку более-менее вытащил. Иду. Не, чебачок-то есть там нормальный такой. Тебе на жарешку пойдет. Угу. Ну вот все равно, хоть как, блядь, вывести. Сидеть. Ну да, не тургояк, как мы были с тобой. По крайней мере, по клевке время-то уже 2 часа доходит. Это мы твои, что ли? Это мы мои. Ну вот, друзья, и пролетело 5 часов на рыбалке. Лов у меня сегодня не сильно богатый, но я ехал сюда и не за рыбой, а так получить удовольствие. Посидеть, посмотреть. Последних 2 часа идет активный клев, но никого я вытащить не могу. А лов у нас сегодня составил вот такую вот красоту. Не сильно много. Чебак, подлещик. Вот. Тесть, как вы видели, уже в принципе выловил достаточно неплохого окуня. Грамм 250-300. Что на данный момент в нашем уральском регионе является чуть ли не трофеем. Ну что ж, ребята, сматываем удочки. И выдвигаемся в сторону дома. Были мы на рыбалке на озере Большой Еланчик. Ну, минут 15-10 мы приехали на озеро. Где-то тут недалеко. Минут 15 хода по льду до места. Ловили на глубине 6 метров. Ловили возле острова.
принципе, рыбалкой я доволен, потому что это прежде всего отдых для меня, от моей рутины, от моей работы. Так что все отлично. Зарядился позитивом. И теперь, дай бог, настроиться на дальнейшую работу. А вы, друзья, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Будут еще рыбалки. Будет еще работа. Вон. Так что, друзья мои, комментируйте, кому понравилось, кому не понравилось. Так что жду от вас жду от вас обратной реакции. Вот такая вот рыбалочка у нас вышла. Ловил я вот на такую мормышку и мухомормыш. Подлещики клюнули на мухомормыш. Так. Собираемся. Рыбачили мы вот в таком красивом месте.